Сергей Викторович, что можно ожидать от ближайшего приезда представителей сирийской оппозиции в Москве, а также о встрече с будущей с Кофи Ананом? А также, как можете прокомментировать, есть ли сегодня, как будущий, реализовать договоренности в Женеве на деле в свете разного рода высказываний со стороны некоторых партнеров, подписавших под коммюнике, определяющий будущий диалог между самим сирийцем? Спасибо. Встреча, о которой вы говорите, она запланирована была на этой неделе, но по просьбе представителей соответствующей сирийской оппозиционной группы она переносится на следующую неделю. Мы будем использовать этот очередной контакт с очередной группой сирийской оппозиции для того, чтобы продолжить работу в пользу скорейшего прекращения насилия всеми и скорейшего начала общесирийского диалога между правительством и всеми группами сирийской оппозиции, как это и предусмотрено планом Кофи Аннана, который был поддержан и Советом Безопасности ООН, и в целом мировым сообществом. Именно в интересах скорейшей реализации плана Кофи Аннана мы выступили с инициативой созыва международной конференции. 30 июня в Женеве состоялась встреча с участием министров иностранных дел, ведущих внешних игроков и руководителей ООН, Лиги арабских государств и Евросоюза. И нам казалось, что тот консенсус, который был в Женеве достигнут, который воплощен в итоговом коммюнике, явился очень важным шагом к консолидации позиций всех членов мирового сообщества, прежде всего участников этой конференции, да и сирийских сторон, на позициях мирного урегулирования, на позициях отказа от попыток решить эту ситуацию военным путем с чьей бы то ни было стороны. К сожалению, некоторые представители сирийской оппозиции стали заявлять о том, что решение Женевы для них неприемлемо, а параллельно некоторые западные участники женевской встречи стали в своих публичных высказываниях извращать те договоренности, которые были достигнуты. Женевские договоренности совершенно ни к чему интерпретировать. Они означают ровно то, что записано в коммюнике. И надо следовать тем договоренностям, которые были достигнуты. Мы считаем, что наша позиция в этом отношении честная. Мы ничего не пытаемся задним числом изобразить, как будто оно что-то означает более, чем то, что записано в тексте. Так что сегодня важно не заниматься такой недобросовестной интерпретацией, а важно, чтобы все внешние игроки навалились на все сирийские стороны скоординированно и с одной единственной целью – заставить их прекратить насилие и сесть за стол переговоров. Мы уверены, что Женева создает для этого хорошие шансы, и их надо максимально использовать.